Найти получилось достаточно просто, хотя нас пыталась запутать абсолютно все. Такой интересный хостел. Как-то он очень такой греческий на этот раз. В греческом зале. Как-то я сразу бросилась в кровать и не засняла нашу комнату. Так вот она выглядит. Ну, в общем-то, все достаточно стандартно, но хостел неплохой, очень даже. На местную достопримечательность, там лифт, который везет на мост, там беседка под мостом, а вот там кейбл-кар, канатчик. Оттуда должен открываться очумительный вид на залив. Вот сейчас мы это посмотрим. Они туда, куда я хотела привезти Зину, это местная достопримечательность. Любимая развлекуха всех корейцев. Я, кстати, давно хотела про это сказать, но все время забываю. Я об этом очень много говорила в прошлый раз, в 2016 году, что все туристические места в Корее предназначены в первую очередь для парочек. Просто посмотрите, какое количество этих сердец здесь понавешено. Везде. И это я только с одной стороны снимаю, потому что с другой стороны та же самая ситуация, и на фонарях тоже. Просто очень-очень-очень-очень много. Минсу Хён Ха, 19-й год. Мне всегда в таких местах очень интересно найти что-нибудь на английском, например. Ну или на каком-нибудь другом, который не хангыль язык. Но, как правило, прикольно. Мы поднялись наверх. Беседку в саму, ветер очень сильный. Кораблики со всех сторон плавают, чумачки. Поднимаемся наверх к канатке. Нам встречка идет. Еще раз подойду к краю, покажу мост со стороны. Мост очень красиво выглядит. Не знаю, что тут происходит. Ну тут постоянно, я же говорю. Смотри, а там фейерверк. Куда снимать, что делать, я не понимаю, что происходит. Обожаю Йосу. Блин, это не видно, это сверху-то, наверное, видно. Вот так вот, внезапно. Прикольно. Что там за огонь был? А, это на колесе. Ну, это так. Просто так? Понимаешь, все окей. Нет, абсолютно. Там темно, я ничего не вижу. Че бояться? А что, очень высоко? Болтает. Ветер сейчас. А дверь как закрыть? Закройте дверь, мне страшно. Мне не нравится, с какой скоростью они стартуют. Не нравится. Мне нравится. Они очень быстро едут. Я сейчас, мне кажется, заору. Не надо, не ори. Зина, не делай это. А, Зина, снимай прямой эфир. Валяйся от земли. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видно. Как же грусти до матери, блин. Вот сейчас он поднимется на вот эту херню, и там будет красиво. Ну, красивый вид. Блин, дует по ногам холодно. А там снизу эти... Дырки, да? Здесь дырки. Тихо, не тряси кабель-кар, потому что мы будем на два горла орать. Саша, не пугай, еще больше, чем я испугана, пожалуйста. Ой, на встречу не селся. Тоже какая... Они все-таки подсвечены. Вообще балдеж, конечно. Да, и трясет. Нормально. Я уже не ссу, смотри. Ну ты не ссышь, а я держусь.
Мне очень нравится, что они выключают свет в кабине, то есть ты едешь фактически в темноте, поэтому ты можешь, ты не отсвечиваешь в стекле, и ты можешь вот это все вот так снимать. Че говоришь? Не знаю, уже забыла. Прикольно. Да. Вот это вообще тема. Иди, короче. Здесь очень красиво. Иди сядь в пол. Я тебя сфотаю с полом. Да, хорошо, сейчас. Да не получится, скорее всего. Еще за мальчика ладошку кладу. Саша кладет ладошку за девочку. Типа наша совместимость? Не знаю. Ну-ка, что там? Что-нибудь изменилось? Что написано-то, пока переводишь, что ли? Я не знаю. Я пыхчу, потому что это так низко. Нам же нын сон маян. Мальчик на синяя, девочка на красный. Ну, это понятно. Давай выпрямимся. Они опять, смотри, стала эта фигня синяя, это красненькая. Одновременно? Нет, нам нужно взяться другими руками. Джингл беллс, джингл all the way. Пус нерушимый республик свободных. Памятник очень похож на... Рабочего и колхозницу. Вот рабочий и колхозницу, я все время забываю, блин. А я поэтому и подсказываю, суфлирую тут четко. Только у них вместо серпа и молота какая-то палка. Палка-копалка. Вот такие вот ребятушки. Это два пацана, что ли, или я не вижу что-то? Нет, девушка и мужик. А, да? Всегда парочка фотографируется опять. Куда не придешь в Корею, везде парочка фотографируется в обнимочку. И так селфи, и сяк селфи. Ну, короче, пошли селфи сделаем. Что, мы не парочка, что ли? Да. У нас совместимость вон идеальная. Да, у нас армидау там все дела. Вот, ну и вид на пыльную улицу. Фига там мор. Слышишь? Там какое-то выступление, скорее всего, по улице. Ну, вопли стоят, аж до сюда долетает. А мы находимся, ну, как бы километра сколько? Два? Полтора? Ну, далеко. Корабль-освободитель, макет, на котором освобождали от Японии, кажется. Не знаю, Саша не уверена, я истории не знаю. Ой, дракон. Да, сядем. Сюда? Сюда? Дует. Большой иди туда. А тут окошко, из окошка прикольный вид, может быть. Сюда? Давай сюда. Какой? Давай сюда. Давай, все равно. Хваса играет. Хваса. Пришли есть курицу. Я даже согласилась на пиво, даже не споря. Счастлива. Я счастлива, я сейчас буду есть наконец-то. Наконец-то. Ном-н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 ом. Уже пожарили картошку, конечно, но... Поинт курицы. Я очень хотела вот эту вот курицу, я сейчас буду ее жрать. У нас на крыше хостела вот такой вот для курящих и не только. Я не знаю, как это называть. Но здесь красиво, в общем. Да, место очень приятное. Вообще, в принципе, хостел нам понравился. И вот такая кайфовая еще крыша. У нас тут со всякими огонечками, новогодними украшениями. Слушай, из Йосу Новый год не уходил, в принципе. Тут новогодние игрушки висят. Тут стеллаж с мангой стоит.
Ванга такая старая-старая всякая. Ни одной знакомой, честно говоря. Воняет, в смысле, пахнет каким-то сладким какой-то фигней. Рисовка такая, годов конца 90-х. Я хочу показать завтрак у нас в отельчике, в нашем хостеле. Там в кастрюльках какие-то непонятные варево, но, в общем, еда. Чё? Тосты. А? Кухня, можно приготовить себе с яйцами, с мясом что-нибудь. И так, приборы. Наверное, понадобится вилочка и ложечка. Буду совсем по-выгугински есть. Вот, собственно говоря, еще раз у нас завтрак. А вот завтраковый холчик. Тут еще всякие кофе, чай, булки. Толстые. Вот это мы сейчас будем завтракать. Такой вот разнообразный у меня очень завтрак. Это крем-суп. Саша сказала, не знаю, что за суп. Продолжая транспортную эпопею, мы немножко опаздываем. Саша стопорнула такси и сказала ему, что нужно как можно быстрее доехать. Таксист нарушил уже правил ЦАТЬ, и нас кого-то подрезал, нас уже обсигналили, мы несемся, как Саша сказала, чуть ли не с бегалками уже. Едем на историческую родину Хасока, поскольку, скорее всего, делать нам будет нечего. Я хотя бы билеты сниму, что мы едем туда, где родился Чон Хасок. J-Hope, BTS, все дела.